Что касается торговой блокады, то ее негативные последствия станут предметом анализа экспертов ОБСЕ. В частности, из-за блокирования транспортного сообщения с оккупированными территориями компания «Укрграфит» вынуждена сократить 70% своих сотрудников. Руководство предприятия уже поставило об этом в известность профсоюзы. Сегодня представители ОБСЕ сообщили нам, что проверят всю информацию и изложат ее в своем отчете. 24 марта наблюдатели ОБСЕ общались с представителями профсоюзов предприятий добывающей и горнопромышленной промышленности. Когда мы зафиксируем какие-то прямые последствия или прямые влияния на работу предприятий в Запорожской области, мы об этом сообщим.